Последняя репетиция перед выходом на сцену. Важно попасть в ноты и держать ритм. До выступления осталось всего полтора часа. И напряженная обстановка не только в зале, но и в гримерке. Макияж, сценический костюм – все должно быть идеально. Мария работает инспектором отдела кадров в СИЗО «Златоуста». Я очень ждала этот конкурс. Он проходит раз в 3 года. Для меня это очень важный конкурс, который в первую очередь помогает раскрыть свой творческий потенциал и, конечно же, раскрыть свои спортивные способности наравне с другими участниками, которые с разных городов нашей области. Мисс Уиз – нестандартный конкурс красоты. В первый день участницы стреляли, бегали, отжимались, а также сдавали экзамен по знанию права. Второй день – сценический. Дефиле в форме и вечернем платье, танцы и песни. Конь крылатый над синей Русью, дорогие места. Златоустье мое, Златоустье. В финале конкурса 10 девушек со всего региона. Перед этим они прошли серьезный отбор в своих подразделениях. В стенах Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Челябинской области этот конкурс уже проходит 12 раз. Девушки с нетерпением его ждут, готовятся, предварительно проводим мы отбор участниц данного мероприятия. Ну и сюда на сцену выходят лучшие из лучших. Корону конкурса получила Мария Демидова. Инспектор из Златоуста будет представлять Челябинскую область на всероссийском этапе испытаний. Венера Каримова, Сергей Олейник, 31 канал.